Директор строительной компании «Алза» осужден за невыплату заработной платы сотрудникам. В суде установлено, что в период с июня по ноябрь 2017 года предприятие не выплачивало 72 своим работникам заработную плату. Общий размер задолженности составил более 5 300 000 рублей. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал и погасил задолженность по заработной плате в полном объеме. Виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор законной силы не вступил. Отмечаем, что уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Калининского района города Чебоксары.